На конкурс «Дети читают стихи» labyrinth.ru. Здравствуйте, меня зовут Калинушкина Катя, мне 7 лет. Стих называется «Что такое День Победы?» Автор Андрей Усачев. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.